Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, собрал в пятницу представительниц прекрасного пола и сопровождающих их мужчин во Дворце культуры имени Гагарина. Официальную часть торжества открыл глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев. Говорить вам, дорогие наши женщины, что вы самые красивые и самые лучшие, мы должны не только по праздникам. Сегодня все женщины, которые находятся в этом зале, для нас, мужчин, не просто коллеги, не просто жены, не просто дочери, сестры. Вы для нас смысл нашей жизни. Женщинам-ветеранам войны Михаил Юрьевич вручил юбилейные медали к 75-летию Победы. Женщины-руководители и передовики местных предприятий получили почетные грамоты и благодарственные письма. И, конечно, цветы. А специальным гостем этого праздничного вечера стал популярный певец, поэт и композитор Сергей Любавин с его концертной программой «Женщины России». Ирина Максимова, Михаил Кирсанов. Программа «События».